Всем привет, ребят. И с вами гаишник Фёдор. Подождите пару секунд. Ну вот я вернул. Мне кажется, лава даже стала сильнее. Да, кстати. Ну да, с вами ДПСник Фёдор. ДПСник Фёдор. Вот на таком УАЗике. Или это не УАЗ? Или что это такое? Короче, не знаю. Сегодня мы будем ловить тупых ботов в Эмодауте. Так. Просто будем их останавливать и так. Сейчас, если кто-то не будет слушаться, я... погоним за ними. Ну и как вы ожидаете, не знаю, что с ними сделаю. Что я сделал? Да. Я и сам Подождите. Так. Это, кстати, как вы можете заметить, взлом. Но не на читы, знаете. А именно на деньги. Это так, встроенные читы. Господи. Мне сейчас тут разнесли пол машины, когда я врезался. Вы спрашиваете, почему я ту черную машину не остановил? Потому что я в нее врезался. И вообще я должен был за ней погнаться был. Я просто не хотел. Вот это, например, а ну иди сюда. Кс-кс-кс. Кис-кис-кис. А ну стоять, кому сказал. Стоять, Фёдоров. Стоять. Стоять, бы. Видите, он не реагирует. Смотри, реагирует. На копу. Все. Остановился. Все, стоять. Куда поехал? Право предъявите, пожалуйста. Куда едем стоять? Все, стой здесь. Так, предъявите, пожалуйста, ваши права. Так. Ага. Понятно. Ладно, спасибо, можете дальше ехать. Через каких топор боты научились ходить по домам? Так, кстати, взлом, да. Сейчас. Подождите. Кажется, премия подъехала. А, нет. Подождите. А что на мигалке? Мигалки сразу вырубают. Сейчас мы тут в читах строй. Эти читы встроены в игре. Как и в GTA 5. Блин! Что делать? Собака. Господи. Ой, надо вырубить музон. Издеваетесь. Не. Да ты издеваешься. Да ну вы издеваетесь. Надо уезжать по-быстрому.
Да ты... А, это я его. Нормально, короче, ребята. Взяли у копа... Я это все сделал на записи, да? Да, ребят, вот так я и получил свой УАЗик. Надо в отделение ехать. А где отделение? Я его уже про... Ну, мы же полиция. Нам все позволено делать. Ну, я же полиция, мне все позволено делать. Смотрите, видите, вот. Здесь проедем. Всё, калаш мощный. И нитро, кстати, осталось. Я должен поехать в свое отделение. Полиция. Где-то оно здесь должно быть. Где-то оно должно быть, я не знаю. Сейчас вместе с вами проедемся. Посмотрим. А, вот! Вот, это оно. Понял. Принял. Да, ребят, какие-то лаги будут. Я попробую раньше, потом исправить их. Да, господи. Я ж никудышный полицейский. Извини, я только одного поймал. Ребят, смотрите, прикол. Сейчас я окажусь, сейчас я делаю пару движений вот таких вот. Я окажусь уже внутри этого гаража. Та-дам! Шазам, открой! Вот, видите, я могу вот так ходить спокойно. Я могу сюда вот выйти. Все, я уже здесь. Я в полицейском отделении. А да, кстати. Знаете, вот это вот сюда. Знаете, как сюда пробраться? Таким же способом. Если я, конечно, не умру. Видите, я здесь. У меня здесь тратится хп. Но я туда проникал уже. То есть нам теперь любая дверь нипочем. Любая прям. Даже стенка. Вот. Ща я через стенку так пройду. О, видите? Я уже через стенку прошел. И это делать надо... Смотрите, баг. Это надо делать от первого лица. Потому что третьего я не смог попасть. Может, у вас получится. Проверьте. Этот баг. Идите вы, идете такой. Вот вам хочется зайти в магазин. А вы не можете. Потому что здесь все закрыто. Вы делаете этот баг и спокойно проходите. Зам, откройся. Сейчас побежим к моей тачке. Половим вместе с вами преступников. Да, вообще мы тут. Ладно. Чтобы кому-то... Ребят, напишите в комментах, кому нравится. Кому нравится первое... Или от первого лица вот так вот ездить вот так, снимать. А не... Мадам. Или от третьего. Напишите в комментах. Ой, дедуля едет. Включи мигалки. Здесь, ребята, вам они... Не просто включу.
Без звука. Я был... Так, так, так. Опа! Все, проход перекрыт. Смотрите, едем и едем, а ну, остановились. Право предъявите, пожалуйста, розовую машину. Так это миллионерка. Стой, я обязан вас остановить. Я обязан, это моя работа. Пожалуйста, документики. Чё, да? Так. Просроченные. И штраф 5000. Все. До свидания. Хорошей поездки. Что первый и последний раз вы мне попались на глаза. Кстати, я моя мигалка мне вот так. Мансуем. Смотри. Полицейский, кстати, разворот, смотрите. Я могу дрифтить так. Так, сейчас сядем в машинку. Кстати, ребят, хотите реальную жизнь, то ставьте лайки. А да, кстати, ребята, если вы не поставите лайк, не подпишитесь на канал, то я приду за вами. Я выпишу штраф в 1 миллион. Если вы, конечно, не хотите, чтобы это случилось сегодня ночью, то поставьте лайк. Вам легко, а мне приятно. Ну давайте. Даю вам 3 секунды. 1, 2, 3. Поставили лайк? Спасибо. Ну что же, мы едем. Дрифтить! Ой! Куда это я упал? Господи. Так. Так, подождите, ребят, подождите, сейчас мне. Короче, ребят, тут мне... Короче, мне тут вызов прислали, то, что позвонили. То, что надо... Какой-то черный джип поймать. Остановить. Говорят, без прав едет. Хорошо, я сейчас еду за ним. Мигалки врубил и еду за ним сейчас. Где-то. Вот он. Стоять! Стоять, кому сказал! Стоять! Стой!
Стоять! Удрать решил. Ну, стоять! Куда поворачиваем? В деревню едет! Куда опять что-то делать? Стой, сейчас затараню! Стой! Стой! Да ты жук, угоняет! Ё-моё, давай! Тащите его! Да устоять! Стой! Так! Сразу без объяснений, штраф 50 тысяч за угон автомобиля и за без прав и за превышение скорости. Понятно? Или нет? Или мне повторить это? Ну, так, чё? Давай сейчас в отделение едем. В смысле нет? В смысле не поедем? Ты чё? Совсем уже оборзел? Стоять, блин! Стой, кому сказал? Куда погнал? Стоять, я ему пару раз выстрелил ему. Ё-моё, давай. Гоним его. Давай. Стой! Стоп по барабану, стоять! Полиция, давайте его, тащите его! Давай, стоять, грузовик, стоять! Стоять, они за нос, видите, как гонят! Стоять, я тебя сейчас протараню! Стоять, нитро! Нитро врубил! Давай, все, стоять! Далеко не уедешь, простите, гражданин! Далеко не уедешь, стоять! У тебя сейчас машина загорит! Стоять! Стой, кому сказал! Вот это я понимаю, полиция! Ё-моё! У меня! Главное, чтобы машина не задымилась! Сейчас мы его догоним и накажем! Все, у него почти машина сломалась! Все, стоять! И моя дымит! У меня мотор! Куда он поедет? Стоять! Кому? Блин, не туда поехал! Стоять! Все, стой! На, блин, полицейский, извини меня! Конечно, не понижайте меня, пожалуйста! Они стреляют по мне! За что? Я тоже рублю мигалки! Стоять! Все, стой! Стой! Чья машина? Моя машина горит! Черт! Подождите! Все, сдаюсь. Я поехал, до свидания, я поехал. Сейчас. Они меня точно не найдут здесь. Вот это я понимаю, погоня была. Ох, думаю, ну, ребят, надо заканчивать на такой серии. Что ж, надо заканчивать. Так что, ребят, всем пока. С вами был Фёдор ДПСник. До свидания.